Первый фестиваль искусств «Горький» в парке Горького пройдет в Москве. Проект посвящен жизни и творчеству писателя, поэта и драматурга Максима Горького. В программе более 70 различных мероприятий, в том числе концерты, премьеры спектаклей, выставки, лекции и кинопоказы. Откроется фестиваль в пятницу концертом Владимира Спивакова и Национального филармонического оркестра России. В субботу для старшеклассников покажут спектакль «Променад» и «Зергиль». Зрители отправятся в путешествие по парку, будут активно взаимодействовать с актерами и в конце попробуют сделать свой выбор. В спектакле три истории, написанные Горьким почти 130 лет назад и актуальные до сих пор. В лектории арки главного входа пройдет образовательная программа. Детей и подростков приглашают на мастер-классы от киностудии имени Горького. На аллеях парка можно будет поиграть в шахматы, в городки и побывать на VR-экскурсии. Подробную программу мероприятий фестиваля найдешь в описании к ролику.